Здравствуйте и добро пожаловать в лагерь Республика Мечты 2016. И сегодня я расскажу вам о правилах нашего лагеря. Познакомьтесь, это корреспондент, не супергерой. И сегодня именно он покажет вам все правила нашего замечательного лагеря. Правило номер один. Придерживайтесь распорядка дня. Его вы найдете у себя на дверях и на бейджиках у работников. Только будьте осторожны. Смотря расписание на бейджиках, не злите работников. Правило 2. Не ходите на ужин во время завтрака и на завтрак во время ужина. Ха-ха-ха. Это шутка. А на самом деле... Пообедав или поужинав, убирайте за собой посуду. Но только не в свой домик, а на специальный столик в столовой. Правило 3. Когда вам стало очень жарко и вы хотите охладиться... Не беда. Можно сходить на море. Но только со своим наставником. Правило 4. Ходить плавать можно только на правую сторону после спуска. Вот право, а вот лево. Правило 5. Нельзя заплывать за буйки. Правило 6. Всегда нужно ходить в головном уборе. И неважно, это модная шляпка или крутизная кепка. Без головного убора разрешается только спать. Правило номер 7. Во время тихого часа нужно соблюдать тишину. И даже если вы, очень сильно хотите посверлить стену, в это время не стоит этого делать. Да и вообще сверлить стену тоже не стоит. Правило 8. Если вы приехали к нам в лагерь, то вы должны участвовать во всех вечерних мероприятиях и играх. Увы и ах, отговориться не получится. Правило 9. Нельзя выходить за территорию лагеря без помощи взрослых. Правило 10. Вот вы и поиграли в игру. И вы весь грязный и потный. Фу, мне аж тут воняет. В таком случае вы можете помыться. Горячий душ будет работать раз в 2 дня. Правило 11. Очень важно беречь лагерное имущество. В случае поломки придется платить за это. Так что будьте осторожны. Правило 12. Соблюдайте чистоту на территории лагеря. На этом наглядном примере вы можете увидеть, что выбрасывать мусор нужно не сюда, не сюда, не сюда и даже не сюда, а в мусорник, который находится прямо вот здесь. Правило 13. В нашем лагере запрещено курить, распивать спиртные и алкогольные напитки и говорить плохие слова. Правило 14. После отбоя вы должны лежать в кроватках и обсуждать то, насколько круто прошел ваш день. Бегать по лагерю запрещено. И последнее. 15-е правило. Проведите время круто и весело. Хорошего всем отдыха в лагере РМ-2016.